Всем привет, меня зовут Олеся, вы на моем канале. Сегодня посмотрим, что у нас тут интересного, потому что я очень хочу посмотреть вон ту мохнатую пряжу. Давайте начнем и не будем терять время. Итак, начнем мы с Нака Кэр Теннесси. Это вот такая пряжа, цвет 94363. Так, сколько я не хотела вскрывать, но тут ничего не видно, поэтому... Достану моток, покажу вам. Вот такие вот здесь, смотрите, штучки. То есть пряжа самодостаточная. Они закреплены хорошо здесь. То есть особого узора сложного не нужно. 100 грамм, 100 метров. Спица 6-8, крючок тройка. Так, состав 20 шерсти, 65 акрила, 10 полиамида и 5 полиэстера. Такая достаточно мягкая пряжа. Для деток, я считаю, самое то. Ну и нам тоже шапочки повязать. Итак, дальше у нас пойдет Аляска. Однако она у нас уже была. Ее любят многие рукодельницы. Поэтому, если вы уже вязали из нее, то буду рада вас услышать. Тут такая вот оказия. Видите, опять в упаковке. Ну, это скотчем все исправляется. 5 махера, 15 шерсти девственной и 85 премиального акрила. Такая вот она. 100 грамм, 200 метров, цвет 71-23, вот такая. Очень мягкая, тактильно приятная, ниточка к средней крутке, такая вот она идет. То есть, в принципе, пряжа такая, достаточно интересная, скажем так. Подходит для вязания кардиганов, шапок, снудов, все, что захотите, то можно вязать. Это тоже Аляска, и этот цвет вот такой, типа что-то розы, наверное. 71-25, такой вот он, и белый цвет, вот такой, это не отбелка, это белый цвет, 75-533, вот такой вот. Люблю шелестеть пряжи, мне это очень нравится, не знаю, как вам, напишите в комментариях, нравится вам или нет. Это Magic Angora Delicat, мы ее тоже с вами попробуем, а, вот тут вот есть даже, видите, отрывашка хорошая такая, качественная отрывашка, мне это нравится. Так, вот такой моточек, цвет номер 1115. Так, что у нас здесь идет? 15 махера, 10 шерсти, 75 акрил, 100 грамм, 500 метров, спицы от тройки до четверки, крючок четверка, только ручная стирка, никакая больше. Ой, она отлично вяжется на самом деле. Если вы вяжете игрушки, то вам она тоже понравится, так как она отлично чешется. Вот такой вот синюшный цвет. Здесь у меня вот такая пряжа Альпака Файн от Ланоса. Ой, божечки, она такая приятная на ощупь. Цвет 916. Ой-ой-ой. Так, спицы у нас рекомендованы 6. Ой, 5. 5,5, я же растерялась, потому что пряжа настолько нежная по тактильности, что прям, конечно, 100 грамм 220 метров, 35 мерина шерсть, 40 акрила и 25 альпаки. При таком составе она абсолютно не колючая, на удивление. Так, прям такая вкусняшная пряжа. Вот ниточка сама. Подходит для вязания абсолютно всего вашего гардероба. Если вы уже работали с такой пряжей, то буду рада вас услышать. Еще вот такой синий цвет. Васильковый, скажем, да, наверное, он называется. 954 цвет. Не буду пакет скрывать, потому что она и так видно, какого цвета. И вот такой еще цвет. Прям, конечно... Он должен был быть терракотом, но что-то, видимо, пошло не так, потому что камера его прям делает ярко-красным. 938 этот цвет. Дальше у меня здесь лежит Кала от Гималая. Такая вот нежняшка. Сейчас мы с вами скроем эту упаковочку. Вот такая вот она, смотрите. Нежнее нежного. Подходит для вязания абсолютно всего. И игрушек, и банных халатов, и пледов. Такой зефирно-розовый цвет. Обожаю такой цвет. 100 грамм 100 метров. То есть она достаточно толстая. Крючки спицы 6,5. Это идеально, на мой взгляд. Так, цвет
5712, 100% микрополиэстер. Тут такой вот зверечек нарисован. Пряжа на самом деле очень такая прям интересная. И белая такая вот. И тут тоже цвет у нас идет 75711. Ну, как вы видите, тут у меня лежат яркие мотки. Это Magic Baby Joy. Это 100% акрил. Подходит для вязания самым таким прихотливым, нежным натурам. Все можно вязать. Игрушки, пледы, вещи. То есть все, что хотите, то и можно из нее вязать. При этом, да, у нее состав здесь вот такой. 36,70 акрила, 50 грамм, 133 метра. Она абсолютно не колючая и не скрипит. Вот такой желтый цвет. Это 57,21. И вот такой ярко-красный. Прям такой краснючий. 57,24. Ну, через упаковку его тоже видно. И камера его передает таким, какой он есть. Вот, добралась я до этой пряжи. Это Ланоса сингл. Девочки, вот, которые сейчас жилеты в тренде, вот как раз вот из этой пряжи можно их навязать. Прям плотной вязкой, и будьте вообще неотразимы. Посмотрите, какой здесь ворс. Он просто длиннющий. И тактильно она очень приятная. Может быть, она напоминает чем-то, я не знаю, перышки какие-то. Ой, красота. Тоже турецкая пряжа. Цвет 931. 90% полиамида, 10 полиэстера. 70 метров на 100 грамм. Только ручная стирка. А спицы рекомендованы 5-6. Просто посмотрите. А кто игрушки вяжет, так вообще, девчонки, посмотрите, как можно какое-нибудь чудико связать. Вот такая еще есть. Это Бонита Ланоса Этхник. 49,6, 51 акрила, 12,08 цвет, 100 грамм, 300 метров. Смотрите, какие переходы. Прям такая пряжа очень интересная на самом деле. Подходит для вязания абсолютно всего. И тактильно она приятная, она абсолютно не колючая. Пайеточки, снова пайеточки. Итак, пайеточки у нас тут опять. Ой, я не могу. Еще есть черные с серебристыми пайетками. Сейчас я вам покажу. Посмотри, как они блестят. Просто волшебство какое-то. 25 грамм, 393 метра. Я буду вязать себе футболку или тунику. Наверное, скорее всего, тунику свяжу. 76 здесь вот идет. Это вам вискоза или акрила, что тут? А, металлик, простите. Что-то я совсем уже на фоне этих блестяшек растерялась. Металлика, это вот сама вот эта ниточка. Она, кстати, жестковата, так что имейте в виду. Ну, я ее мешаю с хлопком, поэтому нормально. И пайеток 24. Причем пайетки можно даже передвигать, то есть на то расстояние, которое вам нужно. Вот такой вот цвет. Где тут номер цвета у нас? 58106. Ну и вот, я вам хочу показать. Это тоже черный, но здесь вот такие серебристые пайеточки, да. То есть здесь вот такие прям яркие. А здесь вот такие они как перламутр или серебро, что-то такое. Ну, в общем, они тоже, посмотрите, как блестят. Я не могу прям. Хочу уже начать вязать, но это все на праздниках. Так, 58109. А какие праздники, я хочу на Новый год вам поздравления записать уже в новой тунике, поэтому, скорее всего, по ночам я буду ее вязать спицами, соответственно. Ой, прям уже хочу-хочу. Но надо вам сначала все показать. Прям, девчонки, я зависла, простите. Еще есть пайетки вот такие, то есть это серебро. Вот они, видите, серебрюшку такие. Скрывать уже не буду, и так все видно. Хотя нет, давайте я вам покажу. Ой, красота, прям Новый год какой-то. Вот, смотрите. Вот так. Тоже красота, прям. Очень нравится мне. 58-108. Вот на такой радостной и красивой ноте я буду с вами закругляться.
Желаю вам всего самого хорошего, здоровья, вам петелек и жду ваши комментарии. Все, всех люблю, целую. Пока-пока.